да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да. Пехоту, кого-то в спортроту, связисты и в мотострелки. Не скоро обратно разъедутся завтра отчизне служить пареньки. К чему разговоры, кто в степи, кто в горы, на честью назначенный срок. А я на восход, я на крейсер Морфлот, я еду на Дальний Восток. Тихий океан, Батя капитан, чайки над водою и туман, волны и моря, мачты якоря, а за горизонтом ждет земля, где в окнах свет, милый сердцу свет, по утрам роса, и твои глаза, вернусь пройдя 100 морей и стран, и хранит любовь Тихий океан. Морфло! Фло! Недели похода, такая работа, есть родине верно служить. Наш пеленг не пуст, боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги, не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин, российский военный морфлот. Тихий океан, Батя капитан, чайки над водою и туман, волны и моря, мачты якоря, а за горизонтом ждет земля, где в окнах свет, милый сердцу свет, по утрам роса, и твои глаза, вернусь пройдя 100 морей и стран, пусть хранит любовь Тихий океан. Подвиги крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», броненосца «Петропавловск» и миноносца «Стригущий» открывает парадное шествие рота почетного караула войск и сил на северо-востоке под командованием лейтенанта, отобранный военнослужащий бригады морской пехоты, имеющий высокий уровень строевой подготовки.